Оракул «Лес любви», Таро «78 дверей». И сегодня расклад будет на такую тему, что происходит. Да? Не мысли, не чувства, а в общем. Да, хочется даже сленгово через букву «Ё», что происходит на сегодняшний день в отношениях. Давайте будем смотреть. Я вас всех приветствую. Канал «Лайф Таро Надежда». И, конечно же, по традиции начинаю с сигнификации. Посмотрим текущую ситуацию в отношениях на данный момент. Ну и дальше уже по обстановке. Итак. Подведение итогов здесь. Подведение итогов. Что интересно, здесь вы вплоть до того, что можете сказать, я его благодарю за то-то, то-то и то-то. За то, что показал свою суть, за то, что открыл мне глаза, там, за то, что я научилась ценить, любить себя. Я думаю, каждая из вас здесь дополнит своей собственной репликой. Но то, что из этой ситуации вы выходите в наилучшем виде и прежде всего для себя, это, конечно, факт. А для мужчины разбираться в происходящем как-то не досуг. Почему? Давайте спрошу. Почему? Потому что он до конца еще не получил те цели, которые он преследовал. У него определенно есть расчет на вас. У него есть свои собственные выгоды. И если вы уже готовы подводить итоги вашим отношениям, так как, возможно, что-то получили, возможно, наоборот, не получили, да, и, собственно, уже больше и не хочется туда лезть, то мужчина цели свои пока еще готов преследовать. И до анализа ситуации он пока еще далек. Но это часто мы видим, когда человек не хочет проходить кармический урок какой-то. Здесь партнер проходить урок не хочет. Многие здесь, кстати, уже чувствуют некие такие симптомы облегчения. Да, здесь карта свобода. Я уверена, что здесь даже будут такие девочки, которые скажут, слава богу, я освободилась. Да? Спасибо всей ситуации за то, что я наконец-то прозрела. Я с удовольствием могу сказать, что я вас здесь поздравляю, потому что вы для себя сделали выборы, да, выбор, выводы. И для себя многое чего вы из этой ситуации взяли за основу, как опыт, как мудрость. А гораздо хуже ситуация происходит, конечно, здесь с вашим партнером. Ему до вас, как до луны. Ну, вот я вот говорю. И опять же, вот ваше внутреннее состояние он вообще не сможет понять и не захочет понять. Для него здесь ситуация, когда ему нужно продавить свое, пролоббировать какие-то свои интересы. И все, что между вами есть, если будут происходить какие-то диалоги, может быть, общение, вы будете видеть, что он пытается вам донести что-то такое, а вы со своей стороны будете смотреть на него, как на одичалого, и вы вообще не будете понимать происходящее, что с ним такое, что он элементарные вещи не догоняет. А я здесь объясню, он здесь не хочет вот такой итог ваших отношений, он не хочет, чтобы вы здесь успокоились по отношению к нему, он не хочет, чтобы вы здесь отворачивались от него. А, судя по всему, здесь вы вообще отошли, да, вы ушли, вы отвернулись, вы молчите, что для него не входит в рамки его целей на ближайшее будущее. Поэтому вы можете здесь столкнуться с тем, что он будет проявляться в вашей жизни там, самым разнообразным способом, и лично, и через других людей. И он может какие-то сплетни собирать, он может за вами следить в соцсетях, он может к вам вторгаться в личное пространство. Здесь, кстати, могут быть и обвинения, здесь может быть все что угодно, потому что он-то вас здесь не отпускает. Он вас, девочки, не отпускает, поэтому биться головой о стену он будет, но вы здесь просто уже на разных сторонах баррикад. Вы поняли, в чем заключался ваш урок. Если вы пока еще не понимаете, но чувствуете, что это ваша ситуация, поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы поймете, в чем здесь был фокус, и что именно из этих отношений вы должны были взять, понять и пойти дальше. А он здесь не собирается ничего понимать, потому что, как я уже сказала, есть определенные цели на ваш счет, и эти цели им получены не были.
Что еще давайте посмотрим самое важное в этих отношениях? Давайте для мужчины посмотрим, что для него важно сейчас. Что у вас проблемы в отношении, а вы ничего не делаете. Ну, девочки, вот смотрите, здесь действительно хочется сказать браво вам, потому что в его голове вы создали один большой такой вот густой туман, в котором он вообще не понимает, что происходит. Он не понимает, почему вы спокойная такая. Или он не понимает, почему вы молчите. Почему вы не готовы биться за эти отношения. Почему вы не готовы выяснять, там, доказывать, там, заставлять его как-то, давить на него. Вы создали для него сейчас одну большую проблему под своим собственным именем. Вот ваше спокойствие, ваше какое-то, знаете, такое вот безразличие. Погружены в себя, больше задаете вопросы в себе, а не ему. Да, вы приняли себя такой, какая вы есть, и вы смотрите сейчас на ситуацию, даже если она очень сложная, таким вот очень трезвым взглядом, понимая все происходящее. Я думаю, и его доводы, которые он вам приводил, или его мотивации, вы уже тоже знаете, да, всю силу, слабость этого человека прекрасно понимаете. Но сейчас вы черпаете силы не в иллюзиях, в которых вы когда-то жили, а вы черпаете сейчас силы внутри себя. Ну, посмотрите, вы освободились от большой тяжелой ноши. Обрели себя, поняли, что большой груз вы сбросили. Груз под названием «Ваш мужчина». И посмотрите, как ему это не нравится. Посмотрите, как он готов вам еще что-то доказывать. Он готов вам объяснять. Он готов с вами спорить. Он готов на вас в том числе нападать. Потому что это то поведение, которое он от вас вообще не хотел видеть. Не хочу, не желаю. Мне это не нравится. Вы поставили его в тупик. Некоторым людям действительно нужно преподать урок холодности для того, чтобы они зашевелились. Даже если он физически какие-то шевеления здесь не проявляет, у него внутри такой раздрай, здесь такой внутренний конфликт. Здесь такое вот бессилие от того, что он не может сейчас справиться с вами, он не может повернуть вас в то русло, в которое ему хотелось бы. Да, вы сейчас на своем месте. И волей-неволей, хотели вы этого или нет, вы управляете сейчас эмоциями этого мужчины. Вы сейчас являетесь индикатором его настроения. И вы так или иначе, в любом случае, шевелиться его заставляете. Если не физически, то эмоционально однозначно здесь. Нашли те ниточки, за которые теперь вы можете дергать, так знаете, вот лениво, издалека, но при этом понимая, что в нем вы уж точно здесь бурю какого-то негодования создаете. Ну, вот смотрите, вы его обнулили. Вы его обнулили. То есть все то, что действовало раньше на вас, все те инструменты, которыми он пользовался, может быть, манипуляции, там, угрозы, там, харизма какая-то, свои заслуги, может быть, деньги, это уже сейчас не будет работать. Здесь полное обнуление всей ситуации. Здесь полное обнуление его как мужчины, который ничего не сможет сделать сейчас. Ему придется придумывать новые какие-то манипуляции для вас. Ему придется придумывать какие-то новые рычаги давления. Это мужчина, который потерялся, который в одночасье понял, что все, что работало раньше, это сломалось. Я вас поздравляю здесь. Вы даже ярого абьюзера или жестокого абьюзера, такого искусного манипулятора, просто здесь вырубили. Вот все его рычаги, на которые он когда-то мог нажимать, давить, все это вы сломали. Да, посмотрите, видите, башня. Все. Его мир, во-первых, не будет прежним. Все, что он знал о женщинах и все, что он применял на ваш счет, это все рухнуло.
Даже если вы не будете с ним в отношениях, я знаю, что здесь кто-то согласен будет посмотреть, что он будет делать дальше. Может быть, когда-то вы готовы будете дать шанс, что ну а вдруг действительно чудеса бывают, и иногда люди меняются. Но те, кто скажет, что все, да, мне с этим товарищем все понятно, и мне такое больше не нужно и не интересно, и у него, допустим, новые отношения. Поверьте, он уже будет бояться, и он уже не будет так слепо доверять каким-то своим знаниям, какому-то своему опыту в отношениях с другими женщинами. Вы сломали его стереотипы в отношении женщин. То есть все, что он знал, оказалось мыльным пузырем, который лопнул. Дурак и башня. Это реально просто здесь все заново. И с вами, девочки, точно так же, да, и вот для него здесь будет большая задача и большая сложность в том, что как теперь с вами взаимодействовать, что теперь вам говорить, что вам предлагать, какой подход теперь к вам применять. Вы, конечно, здесь дали жару, однозначно. У него в голове есть варианты того, как он здесь может проявиться. Но опять же, понимаете, все упирается в то, что да я это же уже пробовал, а в итоге я ничего не получил. Он прокручивает в голове все, что можно сделать, или как еще, каким еще образом можно на вас подействовать. Но в итоге-то все, видите, приходит к повешенному. Да, нужен, видите, какой-то другой вариант действий, другой сценарий к вам, другой подход. Выбор здесь определенно нужно сделать. И если это выбор, то только в вашу пользу и больше никаких других участников, никаких советчиков, да, вот никаких друзей, которые могут пошатнуть ваши отношения. Единственное, знаете, вот здравое, до чего он здесь додумался, что если ему действовать в вашу сторону, то мы варианты выбора мы уже отодвигаем на задний план. И то, что он будет при вас как в золотой клетке, вот ни лишнего какого-то шага, ни лишнего действия, он уже сделать не сможет. Вот, опять же, товарищу здесь тяжело. Да? Вот вы смогли до него донести простую суть, что рядом с ним вы можете быть только в единственном числе. Только вы единственная, не первая, там, не вторая. Вы можете быть единственная. И он без вашего на то разрешения лишний раз уже шагнуть не может. Здесь даже вот в этом здесь показано, что здесь тяжелый выбор для него. Тяжелое принятие ситуации. И вот этот путь, который, конечно, он не хотел бы. Понимая, что, ну, здесь, ну, если не подкаблучник девочки, то это тот человек, который, не посоветовавшись со своей женщиной, не будет принимать никакого решения. Он, похоже, так не привык. Вот поэтому вот этот внутренний конфликт и будет заставлять его периодически проявляться, ну, каким-то не самым, наверное, красивым образом. Реагировать на это или нет, вы решаете сами. Многое вы ему уже показали. Но чтобы зафиксировать то, чего вы достигли, вспомните, чему он вас научил. Это действительно очень важно. Вспомните, насколько вы научились, да, вот преодолевая какие-то внутренние страдания, внутреннюю боль, как вы в итоге все равно пришли к тому, что вы себя любите. Себя надо любить, себя надо ценить, свое время надо уважать и не позволять себя разменивать на мелкие-мелкие копеечки. Об этом всегда помните. Я в любом случае желаю вам удачи. Здесь ситуация такая прям, ну, вау. Смогли вы здесь мужчине, там тут не то, что здесь на хвост наступить, здесь просто корону взять и вот так вот с головы вот и вместо пояса натянуть. Обездвижили вы его, обнулили. Да, интересный расклад получился, но если он для вас идеально подошел, то я вам хочу сказать, вы здесь реально молодец. Вы смогли здесь преподать урок человеку, который в своих кармических уроках понимать ничего не хочет и сопротивляется. Вот здесь вы сможете посмотреть, что он хочет от вас.
Это его желание, да? Что ему надо от вас? Что он хотел бы получить? А я с вами каждый день. Обязательно встретимся с вами в новом видео. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Пока-пока.